Юнки-моталки называется. Я собой горжусь. На светлом утреннем небе приблизительно представляю, где находится Сатурн. Я в него попал. Вот это лихо. 4:15 по Киеву в Харькове. 13 июня. Ай, какая красота. И снимаю я при настройках чувствительности минимальных ISO 125, опять же, это я себе озвучиваю, ваю озвучиваю, до Юпитера, господи, до Сатурна 1 389 000 000 километров. Смотри, как он параллельненько линии горизонта ползет. Хочется его в центр кадра и боишься потерять. Да, не ожидал. Просто наобум навелся на участок неба, где должен был быть. Эй, эй. А вот он-то. Сатурн. И вуаля. Повезло. И облачно, и уже светло абсолютно. И глазами я не вижу Юпитера в небе сейчас. Визуально он уже не наблюдается. Уже солнце встает. Через несколько минут. Но вот аппаратура, это настройки светочувствительности заниженная. То есть. Ай-яй-яй. О, птичка пролетела. В кадре. Удачно. Ёлки-палки. Даже две птички, прекрасно. Будете у нас ориентирами. Ну вот, насколько светло. Причем гораздо светлее это. Опа. Так. Сейчас я попробую. О, получилось сместить штатив я на такой себе импровизированной площадочке, на недостроенной дороге, на щебне, поэтому мне приходится ножки штатива по глыбам щебня перемещать. К сожалению, лучшего места пока не нашел. Вернее, нашел, но там сейчас люди в кафе гуляют и решили, что я их снимаю. Не хочется их расстраивать. Так, пробую сейчас резкость. В худшую сторону. Получается, как всегда, в худшую, да? Чудесно. Просто великолепно. При абсолютно дневном освещении. Ну, Титана я так и не вижу. Справа от Сатурна должен быть его спутник Титан. Довольно далеко. Ну, в смысле, угловые отклонения. Так, расстояние озвучивал. 1 389 000 000 километров. Аллилуйя, наконец-то. Наконец-то, за сколько попыток все-таки получилось поймать Сатурн. В кадр. Не-не-не, это ты куда-то не туда пошел. Ну, уже явно он мутнеет тут. Сказывается и то, что облачка нам благопрепятствует. И, наверное, буду я уже переходить на Юпитер. Его сейчас скрыт за Юпитером спутник
А вот остальные, может быть, даже еще и увидим. В предыдущих дублях был и Каллисто, и Ганимед, и Европа. Добавить бы и Ио. Но, во-первых, это косноязычно звучит, а во-вторых, как я и сказал, птички, прям направляют меня, альбатросики. Ха, Юпитер и утренняя птаха. Это «Что вижу, то пою» называется, хотя звучит как заглавие романа. Теперь мне странно прозвучало как заглавие романа, а заглавие Михаила, может быть. Речь, наверное, о затылке. Так, 688 миллионов километров. Миллионов километров. Ай-яй-яй, как же тебя прекрасно видно. Полностью вижу, я не знаю, в окуляре просто шикарно. К сожалению, конечно. На монитор не передается, то есть при передаче информации на YouTube, на компьютер, часть информации, очевидно, теряется, либо в силу моей криворукости. Да, ну я и спутники вижу. Либо все у моей кривой рукости. Оставим этот вариант как основную версию. Да, вот справа сейчас виден спутник Европа, а вот сниза экрана вынырнул и Ганимед. Ганимед великолепный, огроменный спутник, огромный. Размером с планету Марс, незначительно меньше. Каллисто я сейчас, конечно, и не пытаюсь заметить уже. Он гораздо правее, он гораздо более маленький, гораздо меньше. Что ж так как-то у меня...